В Губкинском открыт сезон весенних субботников. Руководители и специалисты администрации города вместе с работниками предприятий и организации Губкинского вышли на улицы, чтобы убрать скопившийся за зиму мусор. Сегодня мы вышли на улицы города порадоваться хорошей погоде, наконец-то вроде как запахло весной, и поддержать городскую акцию по уборке улиц. Дружным коллективом вот сейчас приступаем к уборке. Каждая организация наводила порядок на определенном участке городского пространства. Трудовые коллективы убирали главным образом скверы и площади. Я сам выполняю функцию, значит, уборка от Никольской церкви до памятника. Угу. У вас какая-то бригада или как это организовано? Да, мы, значит, идем всей командой, разделились 10 человек и как раз идем вдоль дороги. И параллельно все вокруг, да, убираем, смотрим, собираем мусор, взяли мешки и будем весь мусор, который есть на дороге, весь соберем. Хочется, чтобы было чисто. Мы вот так воспитаны с детства, что за собой надо убирать. Но когда каждый за собой не убирает, видимо, нужны такие дни, чтобы навести в городе порядок. Впереди майские праздники, люди выйдут на улицы. Мне кажется, так приятно идти по чистым улицам на праздничные наши площади. От этого улучшается настроение. Весенняя уборка города продолжится всероссийским субботником. 24 апреля в 11 часов при участии управляющих компаний начнется очистка дворовых территорий.